Редкую контрабанду задержали приморские пограничники. Вывоз 4 тонн бивней мамонта остановили сотрудники ФСБ. С таким объемом древних ископаемых они столкнулись впервые. В управлении ФСБ нам сообщили, что якутская фирма-отправитель снабдила бивни всеми необходимыми документами. Партия оценивалась в 2 миллиона рублей. Здесь и возникли подозрения. Дополнительная экспертиза показала, что бивни являются культурной ценностью. Повторные исследования провели сотрудники Дальневосточного управления Министерства культуры России. По подсчетам специалистов, общая стоимость из такой партии 340 миллионов рублей. Ценный груз обнаружили в одном из контейнеров. Его готовили к отправке за границу. Несколько экземпляров, достигающих размеров от 2 до 3,5 метров, вот они, вот 3 из них представлены здесь, могут служить прекрасными образцами для любого краеведческого музея нашей страны, России, и составлять их гордость. Максимальный вес бивней вот достигает 70 килограммов.